А тут как раз уже и едят все. Так, что там едят? Картошку, кукуруза, огурец. Иди, иди к большую тарелку, иди, иди с кастрюли прям поешь. Вот. Иди поешь прям с кастрюли. Вот, вот он кушает картошки. Поешь, поешь. Что? Вот, лакомство, конечно, это ж лакомство. Огурцов-то в этом году мало, как лакомство. Прям такой вкусно-вкусно. Конечно. Где-то на юге сейчас курам арбузы дают, дыни. А в этом году у вас даже тыковника даже не будет вдоволь нажраться. Тыковника и кабачка даже вдоволь не будет. Вот что значит северные регионы. Живи как хочешь. Огурец только понюхать можно. Как в лютые советские годы, когда продавали резиновые огурцы, алюминиевые огурцы на резиновом поле. Вот так вот. Прям огурец сочный-сочный, прям свежий-свежий, с грядки прям, а? Да. Ну, глянь, о как. Вот что значит перестройка. Вот что значит перестройка и сверг режима коммунистического. Каждый норовит себе. Кто поздоровей, тот норовит себе. Что-то Павлова. Что ты наши? Павлова, ты что уже недовольна? Иди сюда, тебе брюшко потрогаю. Так, брюшко у Павловой хорошее, но еще можно, конечно, подъесть. И Павлова, ты нажралась-то? Так. Павлова. Так, а это кто такие? Кстати, да, кто подметил, что у кур больные ноги, да, у большей половины кур ноги действительно больные. Это клещ. Вот, кстати, петушок, вот этот вот, он моложе, чем вот этот петушок. Ну, там не намного, но тем не менее. И у него вон какие ноги куцые. Ну, что делать? Так. Да, ноги лечить. Чем ноги я лечила курам? Дегтем их мазали. И еще какую-то фигню покупали. Не знаю название. От вши и от этих самых, и от пироедов. От клеща. Клещ, конечно, страшно дерет. Клещ, конечно, страшно дерет. Нападает даже на меня нападает. Клещ на меня и на прочих людей. На гомо-сапиенсов клещ нападает. И нападает в области шеи. Поэтому ходим прикрытые все в сапогах. Там ноги, ноги в сапогах прикрыты. Остальные мясные части тела тоже прикрыты. А вот шея остается часто невостребована. И на нее нападают клещи. Они тоже передают. Ну, в общем, что я хотела сказать тут. Коротко о главном. Что клещи в силу своей неизбирательности нападают и на представителей гомо-сапиенсов. Не только на курчат. А куры, да, я думаю, что поскольку у них в этом году сексизма мало, всего два сексота на всех, один к тому же еще из войны с запущенными начиная ногами, поэтому думаю, да, что стараются. Ну, хотя не на всех и нападает. На кого-то клещ нападает, на кого-то нет. Как он их выбирает, на кого напасть, неизвестно. Сейчас вам подкину в тарелку.